Следующий вопрос. Быстрее пройдем, у нас еще целка есть. Но перед этим надо быстрее пройти, чтобы отдохнуть. Хотя бы часик два. Ладно, пока трэш почистим. Давай. Привет. Мне кажется, мы бы дохуя мелизон. Дождик. Нормально. Капка. Ну тебе нормально, ты кто? Так, кто на кубы встанет сразу? Плюс скилл, то уже не ванер же не встанет. Как всегда. Гриблик тоже нахуй можешь стать. Поставьте шкаф сейчас, по сумме не попало. Ну я быстрее долечу, по-моему. Какие тогда мы дальше трэш пойдем бить, семейки поставим. У меня как раз на страже озерота в Румании взывать надо. Круто. Ты не делал? Ну, на сейве смысла нет делать. Ну, если только орду собирать. Сейчас он быстро делает. Там хп убавил. Да, вот поэтому на магика первым не прилетели, что вот этот квест. Некоторые золотые смогли у нас. Люба, это же взял квест? Да, конечно. Всем окей. На кубы напишите плюс, кто может точно нажать. Мне луну дай. Ты на луне будешь? Да. На трэше рарник тогда у нас будет. Все, сейчас метки поставлю. Грилит, печеньку закроешь, что ли? Помощник, да, что там, рарник? Окей. Сейчас. Ромб, кто-то надо, чтобы на ромб встал. Кейки, закроешь ромб? Давай, я тоже закрываю. Так. Киртл, ты на треугольнике будешь?
И луна. Все. Все, давайте рыбак сейчас это поставим. Она стоит уже. Она стоит уже. Все, тогда по СС. Не знаю, на кого даже. 4 СС. Ну давайте на танков. На 3 танка киньте СС. Это Войд, Керус и Отморозок, да. Остальное так возьмем. Пистобаф надо обновить на Веронике нету и импу обновить. Так, по тактике. Сразу бьем босса, после того, как чертворцев точечно заливаем. Потом, там будет появляться печать Мактеридона на вас, 8 секунд длится. Под конец, когда печать заканчивается, вы стопаете кассы, тогда у вас не отнимется половина маны и не нанесется урон. Лужек тоже особо не лутайтесь. 3 вида мобов. Слева вот эти чаротворцы, или как они там, в центре гитаристы, а и справа импы. Когда выйдут импы, никто не бьет, собирает армию. Потом, когда они все выйдут, сразу зальем их масс заливкой. Все. Гитаристы выходят, рарник держит по одному их гриппы, по черепу будем. На них сразу контроль, фир, чтобы они струны не раскидали в 4 стороны. Сразу РДД убиваем, клив, а их гриппают к танку, ой, ну к центру, короче, к магику. И сразу заливаем. И слева будут выходить мобы, 4 моба. Первого будет напуливать у нас. Первого напуливает бобин ход, а вторых, третьих мобов напуливает лазерная. На танка, на рарника сразу можете написать макрос. И все, сбиваем косты, не стоим уже. Давайте, готовность. А этот, по Мактеридону надо с танками. Кто первый? Войд первым ты будешь, да? Там он написал, первый Войд, второй Отморозок, третий Керус. Понял. Прямо во время коста забираете в таунт, чтобы не ударило. Я тут. Угу. Давайте добавим бомб. С Симбионом вы уже не умираю. Все, отлично, забьем. Соло кто-то заходил, что ли? Почему три и нити встает? Не помню, что так не надо. Это уже шиза. Пиздец. Я, не то... Я бы точно такие три не сам поставил, кто-то поменял, мне кажется. Я вроде не пьяный вчера был. Тридцать секунд надо ускоряться. Чекашник тут. Последний чекашник там нашли. А, два чекашника еще. Давай чуть быстрее. 20 секунд уже. Все, чекашники мертвы. Рарник. Пока на рарник поддержит мобов. Давайте, мы сосредоточимся на Максиридоне. На пулы зря отдали. Геру сразу давать, как выйдет босс? Не, нет. Посмотрим там по ситуации, не надо Геру сразу. Давай, может, не оставайся, если есть. Смотрите за печатью магика. Топайте раз, и ману тогда не будет уходить. Особенно на хилах важно. Там до
лице не забывай перед сокрушением щитов кинуть на танка. Нет, у нас будет 33 секунды. Нажимаете и держите, пока не скажу отпустить, держим. Готовьтесь к движению. Нажали. Все, отпустили. Что, кто там вышел? Гитаристы? А, вот, все. Демоны. Видите боссов? Давайте демонов играть. Александр. Ника, смотри за печатью, тоже полмана сожглась. Я по декуршу вам здесь. Пулбафы дайте, у Мишки 60 тысяч вместо 70. А чё у него обычная каска? Дайте пристабаф. А потому что я упал. Свой баф и эту каску. Пристабаф, дайте быстрее. Быстрее. Кубы 5 секунд пытаемся. Идем на кубы уже. Курс. Это есть. Нажали кубы. Нажали, отпустили. Все, гитаристов гриппайте к центру первого. И сразу эфиры ему. Все гитаристы, блин. Загриппайте кто-нибудь, гитарист, череп. Все, все играют в него. На струны смотрите аккуратно, не упадите. Заберите другого, который умели взорвать. Дайте контроль, который другой здесь сейчас струнами взорвет. По крипсту дайте контроль. Крест играем, фиры ему дай. Быстрее гитаристы. Все гитаристы только играют сейчас. Быстрее. Другого гриппа идти уже. Магика только обдот его. Он. Быстрее. И последний. Милики, можешь уже у босса сапать, а он будет. Молодцы, еще больше босса. 2 секунды, на кубы уже бежим, на кубах. Нажали. Все, отпустили. Импы. Импы вышли, ладно. И к импам не подходите, пусть соберет раны всех. Как выйдет, заанонсишь, у нас сразу свечи. Больше в магии поиграйте, сейчас только магия. Так, запечать в магии. По ЭВБ Инри, если есть кто-нибудь из друидов. Майка, да. Все, все вышли? Свечитесь. Да, вышли, свечитесь. Подводите, свечитесь. Первого стрим. Гнев небес сами на волку подойдите. Давайте. Давайте гнев, 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 гнев. Я сейчас толкну нам. Видите, магика. По полетпалу. Да, дайте гимн на ману, тотем ставь я там. А, вот Тянка Батяра, гимн на ману давай. Я сдаю уже гимн. Все, окей. Быстро нажали на кубы. Все, подпустили. Кто там? Побольше магии собирайте сейчас, вот эти вот, напуливайтесь там.
побольше маленьких давайте. Не переведем, ладно, этих сыграйте, потом переведем последний. Надо перевести. Одного демона убейте и переводите босс. Да, демона убиваем. Гера пошла. Гера убила. Это дикурш. Демонов успеем добить, пока босс будет в центре стоять. Ага. Морозка дикурс, хорошо. Сильнее по боссу что-то. Посты типа не сбавь. Блять, мне надо помощь по дикурсу. Все, отошли к выходу, быстрее. Надо иннер закинуть по холи палам этой пати. Кто-нибудь, булкин, кейки, закиньте, пожалуйста. Прожмитесь. Херус тоже. По ИВБ вообще мало нет. Люди кушают. Убейте демонов быстрее. Демоны. Все в демонов фигают. Сейчас просто отморозок, все. По-моему, должен. Отморозок, забирай. Что-то забери, надо... забери сейчас симбион. Сейчас я заберу. Блять, симбиону надо. Дайте БР по симбиону. Люди куршу. Вообще нету свободного на это время. Демонов играйте все. На мне ставка есть. Гимн на ХП, мемочка. Немочка, Хильди. Гимн на ХП, тянка батяна. Ой, ты заберешь? Да, я забрал. Быстрее. Медведя сейчас после тебя забирать буду. Да. Холипал, давай мы сыграем. Я уже давала. На ИВБ надо. Сейчас может, меня тоже вклиниться? Когда я забрал? Четвертый цикл после Керуса тогда ты должен потом. Ну посмотри пока, если кто-то умрет, просто под сейвом. Пусть как стоит, как этот делает, так и делает. Ну отморозка забираю, все. Войд с меня заберешь, я отморозка заберу. Ага. За печатью магии посадите, килы вообще без маны. Мемочка гимна ману сдает быстрее? Я, короче, стаунтил. По ИВБ. Бля. Да забей, постой, каплю покидай. Да. Тогда я на медведя буду сейвить. Я могу тоже. О! Велосипед, блядь, не создавайте. Встал камни. Дайте пристабал и каску. Я заберу тогда. Что, это опять медведя заберу? Каску по ДК. Каску под экранишкой, все, лапку сейчас дам. Кто сейчас забирает? Вроде рарник или Войд? Войд. Я с рарника буду забирать. Или... Не, с Войда заберу. С Войда? Да. Блять, вот, как бы уже первый войс. Ты заберешь, да? Да-да, вот свой да заберу. После тебя тогда. Инра там отдавайте, у вас КД прошло. Ну я КД, да. Там он кейки можешь тоже отдать кого-нибудь. Сейчас есть, а потом они печати. Так, газ отморозка, да? Ну, он должен быть, да. Забираем свой. У нас получается на Олма Войд будет сидеть. Че, медведь и сорняка? Я заберу, да. Ну получается, блядь. Просто ДК больше нет. Да он у нас мишки и толстые. Не умрут.
О, блин, надо... Сумоните? Там. Вы этот портал в Тирамор откройте, чтобы не... Да-да-да, портал. Портал в Тирамор, дайте. Тирамор. Может, в Каминор? Камерон. Каминор. Да, точно. У тебя что, мест нет? Ты тебе отдал случайно? Случайно? Ты мне все отдал, блядь. Вон Каминор, пошлите. На тебе сумка нужна кому-то. Сейчас я выберу. Да я что-то этот. А, не, это не нужно. Че, портал? Сумка властителя. Кидай, что тебе там кинул? Журавль, Шуми. Ищи дна какой-то. А, нет. Все на кольчу надо. Я сегодня 164 монетки закинуто потратил. Ни одного саранита не упало. Мы просто поделились своим везением. Кидай своим везением, говорит, тебе постоянно везет. Это что, это как бы надо выйти из гильдии или исключить того, из-за кого такое везение? Это уже не поможет. Ага, да как так? У тебя Грилит все забрал. А, Грилит...